Моргана Ле Фей, средневековье, сводная сестра короля Артура. Темная чародейка, враждовала с Мерлином. Баба Яга, средневековье, русская ведьма, жила в избушке на курьих ножках, ела на завтрак маленьких детей, возможно, также и на обед, и на ужин. Леди Кармила Сангвина, 1561-1757, купалась в крови своих жертв, чтобы сохранить молодость и красоту. Граф Влад Дракул, 1390, дата смерти неизвестна. Знаменитый вампир, послуживший прототипом графа Дракулы, персонажа книг Брэма Стокера. Отец Влада Цепиша.